Мы тратим слишком много времени на поиски одобрения и утешения со стороны. И всегда оказывается, что не там ищем. Поэтому нужно заглянуть внутрь себя. Будьте всегда благодарны за все. За хорошее и за плохое. И за ужасное. Жизнь сама по себе – это бесценный дар. А удовольствие и боль – это часть нашего пути. Измените восприятие, и ваша жизнь изменится. Когда вы чувствуете страх, злость, обиду, просто взгляните на ситуацию под другим углом. Празднуйте ваши победы. Смакуйте каждый день. Пусть даже самый маленький успех будет уже шагом к победе. И снимите шоры с глаз. Не концентрируйтесь исключительно на собственных целях и желаниях. Вы рискуете упустить красоту этой жизни и людей вас, окружающих. Мир удивителен, когда вы идете по нему с широко открытыми глазами. И каждый человек появляется в нашей жизни с какой-то целью. А мы уже сами решаем, учиться ли на уроках, которые он нам преподаст, или нет. Чем хуже его роль в нашей жизни, чем серьезнее урок, мотайте на ус. И я еще хочу добавить, что каждый человек, который приходит в нашу жизнь и несет какой-то урок, он напоминает нам о том, что у нас не проработано, какие обиды с детства мы несем с собой, как некий груз через эту жизнь. Как мы злимся и не даем себе жить. Мы не открываем свое сердце. Мы не доверяем этой жизни. Поэтому я именно этому и обучаю. Я помогаю распаковаться в вашей душе, чтобы убрать те чувства, которые вас угнетают. И тогда вы увидите, что жизнь – это самый совершенный дар, что мы имеем.